Всем привет, это небольшой обзор от сайта chainapost.ru. И сегодня у нас на обзоре вот такая вот интересная штука. Это USB-вентилятор с функцией часов. Получается, когда он будет крутиться, тут, как видите на картинке, на самом вентиляторе будут отображаться часы, которые, разумеется, можно настроить время и как бы освежаться и не забывать о времени. Сейчас распакуем и посмотрим, как эта штукенция работает. Вот. Распаковывается довольно легко. Корпус металлический. Вот эта штукенция, не знаю, пластик или металл, но все так довольно увесисто. Тут есть кнопочка вот включения и настройки. И вот на лопастях, как видим, тут расположена какая-то микросхема со светодиодами. Сейчас пробую сразу подключить к компу эту штукенцию и посмотрим, как она работает. Так, это не той стороной. Вот, подключил. Вот, собственно, сам вентилятор. Сейчас нажму кнопку включить. И он должен расчехлиться в течение 20 секунд. По крайней мере, до 20 секунд. Так, сейчас я поверну время. Вот, как видите, показывает сейчас 11 часов и 12 минут. Где-то так. Сейчас посмотрим, какое у меня время на компе. Вот, плюс-минус. Все очень похоже. Итак, сейчас сразу расскажу, как его настроить. Я уже успел прочитать инструкцию. Получается, снизу вот эта кнопочка, которая под низом. Вот ее нужно зажать и подержать. Начинает мигать стрелка. Вот. И дальше вот это включился режим редактирования. И можно вот так настроить. Двигается минутная стрелка, и за ней двигается и стрелка часов. Если нажать и еще подержать, то оно должно вот более быстро крутиться, и вот так можно направить на нужное время, допустим, 6 часов и 30 минут хочу сделать. А, чуть проехал. Да. Ну, в общем, вот так клацаете, и после того, как вы установили нужное время, сейчас еще поправлю, так пускай будет, должно пройти, по-моему, секунд 10, и стрелка перестает мигать, и оно запоминает время. Я так понял, там внутри еще встроена какая-то мини, наверное, батареечка, которая, ну, сохраняет настройки, и время не сбивается, даже если его вытащить с USB. Ветерок дует довольно так нормально, ну, в целом вещь крутая. Вот, обошелся мне 5 баксов 98 центов, покупал в интернет-магазине GearBest, доставка там бесплатная по всему миру. Также заходите на наш сайтик chainapost.ru, там вы найдете кучу всяких интересных обзоров товаров и покупок из Китая с интернет-магазина GearBest. Ну и если понравился обзорчик, ставим лайк. Если будут вопросы, можете задать их в комментариях. Ну и не забывайте подписываться на наш канал. Все, всем спасибо за просмотр.